Всемирная боксерская организация WBO предоставила чемпиону мира в среднем весе Билли Джо Сандерсу и обязательному претенденту на титул Давиду Лемье время до 9 ноября на достижение договоренности о бое. Если команды боксеров не удастся договориться, будут проведены промоутерские торги. В прошлом месяце Сандерс провел свободную защиту титула в Лондоне против Вильяма Дро-младшего, над которым одержал победу единогласным решением судей. Чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Дуантею Уайлдеру пришлось не по нраву риторика британца Энтони Джошуа, который накануне пообещал вбить Джефф в глотку всем договорным дивизиона, в том числе и Уайлдеру. В отместку Дуантей заявил желание преподать молодому коллеге несколько уроков, как себя ведут настоящие чемпионы. «Бро, так значит, скоро ты вобьешь свой джеб мне в глотку? Думаю, мне нужно тебя усыновить и научить, как подобает говорить чемпионам, чтобы тебя не только слышали, но и чувствовали. В следующий раз я бы предпочел услышать, как ты нокаутируешь мою задницу». Американский боксер Джермел Чарло призвал казахстанского боксера Геннадия Головкина забыть о реванше с мексиканцем Саулем Альваресом и встретиться в титульном поединке с его братом Джермалом. «Если они не дают братьям Чарло больших поединков, то они не уважают нас. Головкин сказал, что мой брат недостаточно бился. Вау, что он выиграл чемпионский пояс? Я ничего не знаю о возможном поединке брата с Головкиным, но все постоянно говорят о реванше Головкина-Альвареса. Забудьте об этом. Джермал Чарло – претендент номер один». Напомним, Джермал Чарло является обязательным претендентом на титул WBC, который в данный момент обладает Головкин.